Всем привет! Сегодня я хочу, чтобы это получилось максимально домашнее, максимально душевное видео с минимальным количеством монтажа. И я очень хочу, чтобы это видео осталось на этом канале. Это все-таки наш семейный канал, и одна из его наших семейных целей — это документировать наши какие-то моменты, нашу жизнь, и чтобы мы с вами окунулись в такую милую домашнюю, что ли, атмосферу. И сегодня я вам предлагаю посмотреть на детский альбом Лукаса. И не просто посмотреть, а на самом деле в это я вкладываю очень большой смысл. И несмотря на то, что этот альбом у нас будет физически с нами, я хочу, чтобы я сказала несколько мыслей в этом видео, и, возможно, Лукас, когда вырастет, увидит это видео тоже. И заодно посмотрите вы. Немного моих мыслей перед этим видео. На самом деле, когда я была беременна Лукасом, я очень хотела посмотреть, как же выглядят детки-мулаты. То есть я смотрела какие-то фотографии, ну, вроде как были какие-то, да, не знаю, стоковые или где в интернете, но все равно мне хотелось еще больше, да, посмотреть. И я уже ждала, когда я скорее рожу, чтобы посмотреть на своего сына, такого красивого сына. И сейчас у вас, собственно говоря, тоже будет возможность, если вдруг у вас когда-то были такие желания, посмотреть на то, как менялся Лукас в течение его первого года. У нас есть два альбома, которые полностью веду я. И один из них, голубой, подарила мне моя двоюродная сестра. Валюша, если ты смотришь это видео, напиши об этом. И вот этот альбом подарила моя близкая подруга на рождение Лукаса. На выписке из роддома она прям его принесла. Сейчас мы их откроем, этот дополнительный и вот этот основной. Я буду показывать с обоих камер, но сначала давайте его откроем, и я немножко прокомментирую. На первой странице сразу же я прикрепила открытки, которые дарили Лукасу. Мне, Лукасу, нам, нашей семье, на рождение его, то есть на выписку. И все эти открыточки, они прикреплены здесь. Дальше я сохранила бирочку из роддома. Бирочки, которые были на ручке у Лукаса, я их решила сохранить. Также я сохранила пуповину. И также я сохранила волосы с крещением. И тут фотография. Это история о Лукасе. Это он такой маленький. Дальше фотография со скрининга, здесь я беременная, и здесь якобы идет раздел «До встречи с тобой», УЗИ 29 недель, там ты в мамином животике, первым, кому мы рассказали о тебе, были такие-то, такие-то люди. Кому мы рассказали? Первыми, кому мы рассказали, это была моя близкая подруга Лена. И со стороны принца это был его родной брат Алекс. Здесь мы написали письмо. Я уже не буду зачитывать, потому что, во-первых, это долго, во-вторых, это личное, и Лукас уже сам это прочтет. Это написано от меня и от принца. Здесь идет фотография Лукаса, когда он только родился, поэтому я ее прикрыла ручкой. Здесь указана информация о весе, росте, о волосах, какие глаза, дата рождения, время рождения, какой роддом и как звали доктора, плюс еще я написала группу крови. Дальше идет выписка из роддома, фотография, я принц, моя подруга здесь, тебя встречали из роддома, кто встречал дома, потом в день твоего появления на свет, какая была погода, какой был курс доллара, кто был президентом, цена за 1 литр бензина и хлеб стоил столько-то. Дальше идет семейное дерево такое небольшое, главное не забыли котика Никвеса, вот. И потом идет твой первый дом. Здесь наш дом, фотография дома, я даже так заморочилась. Твой адрес можно было написать. Отпечатки твоих ручек и ножек. Твои зубки. Единственное, что зубки у нас начали так быстро расти, что я даже потом не успевала их вписывать. Но хотя бы видно, где появились первые зубки. Вот, 6 месяцев. Первая неделя, вот уже начинается самое интересное. Еще тогда одевали шапочки такие, это мне мама тогда отдавала эти шапочки. Вот, пошло самое интересное. Первый месяц, смотрите, тут даже указан вес, рост, что любишь, что не любишь, никогда не забудем, ты умеешь. Фотографии, тут моя мама, в общем, очень-очень-очень классно. Второй месяц. Рост, вес, умеешь уже держать голову, переворачиваться с животика на бочок и на спинку.
Вот такие вот мы были тогда. 3 месяца наши. Наши 3 месяца. 4. И то я любила очень эту фотографию, не знаю почему. 5 месяцев. Уже мы так присаживались. Уже умеем сидеть с подстраховкой. Папа, мама, принц, мой Никитос, брат. 6 месяцев. 7 месяцев. 7 месяцев — это знаменательный месяц наш крещения. Вот. Это наше крещение. Наш крестный Юра. Юра, если ты смотришь, напиши комментарий нам. А мама, папа. 8 месяцев. Это наша фотосессия тогда была. Вот такие фотографии, которые вы уже многие видели. 9 месяцев. Тут уже мы активничали. Это фотография с церкви принца, когда было dedication in Nigerian church. Это значит, что якобы посвящение, как крещение, но в церкви. То есть, ну, там не было никакой святой воды, просто пастор, вот это вот как батюшка, только пастор. Он помолился за него, сказал добрые слова, пожелал нам всего самого хорошего, и все. Вот. Там мы отмечали день рождения. 10 месяцев наши. Лукошка с папой. Еще мне эта фотография очень нравится. Дальше. 11 месяцев. Тут мы очень полюбили бутылки. И вот. Папа, мама на праздниках. И 12 месяцев. Тоже моя любимая фотография. Лукас уже здесь такой взрослый. С первой стрижкой. Тут купает моя прабабушка. Это самое первое купание Лукошки. На его самое первое пребывание в кроватке. Даже не, ну, не самое первое, где-то на второй день. Дальше твои самые первые праздники. Новый год. Я запомнила тут только Новый год. И вот первый день рождения. Кто был на твоем празднике? Торт, пожелания самых близких на твой первый день рождения. Это очень классно на самом деле. Это такая классная память. Открытки на день рождения. От бабушек, от дедушек. Тут, кстати, от Белагропромбанка. Лукас уже ее тогда просто в сам день рождения помял, поэтому она уже такая. У него лежит вклад, и ему каждый год банк дарит подарочек. Это мои прабабушка и прадедушка положили денежки ему. Вот еще фотографии. И вот здесь уже, собственно, будет наш второй день рождения. 3, 4, 5, 6. И 7, так до 7. Здесь такое интервью, которое он же сам может заполнить потом. Толковые словари, толковый словарь, заметки, наклеечки такие. Вот, собственно, все. А, ну и свидетельство с роддома. Я здесь тоже оставила, прикрепила. Вот, надеюсь, вам понравилось. Это была такая маленькая наша история первого года. Пусть она останется на нашем семейном канале. Это все равно будет как память для нас. И будет очень классно потом смотреть не только в самом альбоме, но и на видео. Что бы я хотела сказать, что на самом деле это очень классная вещь. Потому что ваш ребенок через столько лет, если вы его сохраните, он сможет открыть и посмотреть, каким он был, как он менялся в течение каждого месяца первого года. То есть он сможет это отследить, наблюдать. Плюс еще, если вы ставите какие-то, не знаю, свои заметки, какие-то свои письма ему напишите на будущее, какие-то напутствия, плюс... А если сохраните такие вещи, как пуповина, бирочки, это тоже интересно на самом деле. Не знаю, как для вас, но для меня это очень большая ценность. Это поистине замечательная память. У меня, конечно же, есть детский альбом, детские фотографии, но это все не так. То есть это все в общем альбоме, да? То есть там есть и какие-то другие фотографии, и родителей, и мои в том числе, там и братьев, и сестер, короче, всех. То есть там семейный прям альбом. Но лично моего вот такого у меня не было. И я бы очень хотела, если бы я была на месте Лукаса, посмотреть на себя в детстве, как я менялась прям по месяцам. Вот.
Ну что, смотрим второй альбом. Он на самом деле такой маленький. Мне подарила его, как я уже говорила, моя сестра. Тут я тоже фотографии можем посмотреть. А здесь тоже такие моменты, как твои первые зубки. В принципе, тоже, что и в том альбоме. Обо мне в цифрах, меня зовут, там, как меня хотели назвать родители. Там, я помню, мы хотели назвать Брэндон Лукаса. Короче, разное тут написала. Как меня поздравляли с выписки. Вот еще лукошко. А что сказали мои родные, когда увидели меня в первый раз? Какая бубочка, говорила моя мама. И хороший хлопчик, пусть растет здоровенький, сказал мой папа. Я это все записала. Вот. Как изменялся цвет глаз, волос и цвет кожи, особенности. Это мы с лукошкой. Вот. Я его не так сильно вела, как бы тут еще, тут уже, видите, начинается я и мои друзья, это уже, наверное, когда больше пойдет в садик. А вот это первая фотография Лукаса, когда мы только приехали из роддома домой, и вот это вот самая первая фотография в кроватке. Вот. Царство сна, например, как я спал первый раз в кроватке, как меня успокаивали, убаюкивали перед сном, что мне необходимо, чтобы крепко заснуть, в чем я люблю спать и так далее. То есть очень много маленьких таких деталей, которые на самом деле потом будет интересно прочитать. Вот такой вот мини-альбом. Ну и давайте подытожим. Я надеюсь, что вам понравилось это видео, оно было таким максимально семейным, домашним. Думаю, получилось душевно. Напишите в комментариях, если у вас есть дети, или если вы собираетесь заводить ребенка, будете ли вы делать такой альбом, или у вас уже есть, и вели вы его, или не вели, или все-таки решили сохранить фотографии в электронном виде и всю информацию. Напишите, будет интересно посчитать. Всем хорошего дня, всем прекрасного настроения, всем добра, пока-пока.